нас был такой один из наших организаторов, это наш народный певец, наш народный артист Корей Кубов, который был, можно сказать, основателем того, что мы стали собираться в коллектив отдельных исполнителей. Это было в начале где-то 20 века, где-то в годах 30-х. Вот. Первые наши солисты были исполнителями народных песен, народной мелодии. И только где-то к 30-м годам, потихонечку формируясь в театральный коллектив, стали появляться первые спектакли. Маэстро. Не подглядывай. Так. Только что повторяли же. Соля. Торбиньон. Еще раз внимательнее. И соля. Оперное искусство я считаю самым высоким из всех театральных, потому что оно объединяет все. Оно объединяет музыку, пение, слово, драматическое действие, пластика. Потому, когда это все высокопрофессионально сделано и когда это высокопрофессионально поставлено, оперный театр является самым воздействующим на души слушателей. Готово. Есть? Все, готово.